We are now set for the next fight of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the featherweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is an MMA practitioner. He stands 170 centimeters tall. His official weight, 66.3 kilos. His professional record stands at 14 victories opposite 3 defeats. Fighting out of São Luís, Maranhão, Brazil. Here is Urso Branco, Tigre Costa. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 175 centimeters tall. His official weight, 66.3 kilos. His pro record stands at 10 victories, opposite a single defeat. Fighting out of Grozny, Russia, here is Adlan Bataev. And our referee in charge of the action, Greg Clunyans. Движемся далее. Тайгра Коста. Тайгра Коста и Адлан Батаев. Бразило-российское, получается, противостояние. Ну, Батаева 10-1, довольно красноречиво, на мой взгляд. Что касается соперника, 14-3. Ну, немножко попозже. Батаев находится сейчас на ходу. Его последний. Ну, вот, Марату Батаеву. Балаеву, прошу прощения. Что Батаев постоянно. Марату Балаеву. Вечер долгий у нас. Да, просто проиграл на 61-м ACB. И, собственно, все. Это было поражение в 2017 году. Потом 3 победы подряд. Тайгра Коста. Бразилец. 14-3 касаемо рекорда. Проиграл Мухамеду Кокову на 80-м ACB. И потом выиграл Макса Дос Сантоса на ACB за номером 82. Да, до этого в основном сражался у себя в локальных промоушенах. Но вот в ACB попал в 2017 году. Ну, кстати, на выходе левым сбоку вполне себе ничего. Тайгер работает. Вышел такой расслабленный, немножко показалось. Вот сейчас я смотрю резко. Быстрый копейкер. И резко так. Очень старается, очень сильно повлиять на свой передний, да, на свою скорость. Левым сбоку вот этим. Вот этим шагнул достанет в сторону и действительно вот правильно, то, что достанет просто. Ну, кстати, вот сейчас было близко, потому что удар вылетел корявый, не боковой, а прямой. Поэтому куда-то в район перчатки попал. Ну, с ним в это играться. Ни в коем случае. Вот дергать, дергать. Ну, хороший, вот разве в 4 ударах. И правый сбоку попал. Вот он запрыгал сразу болезный. А 15 минут так прыгать я не видел человека, который в состоянии, ну, если не захимичен в мясо. Ну, да-да, они фестивалить могут на руках. Очень много лишнего движения. Задвигался, да, вот задергался именно. Ну, зачем тебе это? Зачем? То есть в прекрасном стиле показал, как надо работать на самом деле. Шаматава понятно. Шаматава вообще никуда не спешил. Так против подобных соперников двигаться. Вот опять хороший размен. Очень длинная пауза была. Лису Помаров до последнего работал довольно уверенно тоже с минимумом перемещений. Другой даже Кошкина в итоге в нокаут послал. Но там не в перемещении было дело. Не в перемещении. Потому что уже устал и ошибся на выходе из позиции. Ну, кстати, закладывает раз за разом Тайгра Кошта свои удары, но их видно. Они одиночные. Права. Да, они одиночные. Он стоит долго, вот так вот прыгает рядом с соперником. Потом раз где-то в какой-то момент делает паузу, потому что он, по всей видимости, с движения не может бить особо. И вот в эту паузу пробивает. Вот это очень странно, потому что ему перемещение позволяет ударить серию на ходу. А он боится, видимо, пропустить навстречу, поэтому... Одним, да, отмахнулся, да, и одиночку что-то прихватил и просто кидает. Нельзя так работать. Ну, нет, он движение, как хорошо хватает. Ушел, но сейчас нанес удар по ноге и сам чуть равновесие не потерял. Вернее, сам равновесие потерял, чуть не упал. Пытается финтить бразилец. Но как-то все больше финтов и
меньше работы. Такой достойный. Ну, первый проход. Сразу колено по корпусу. Раз. Уж спокойно, кстати, его держит сейчас Адлан. И локоть два. Вышел. Здорово. Ну вот, кстати, как людей наказывают за подобные инсайды с передней ноги. Он в колено попал сейчас. Так, стопу выбить вообще элементарно. Пытается затолкать бразилец Адлана к сетке. Не получилось, по-моему, Калс низко пробил, прям четко в пояс. Мне тоже, но не среагировал боец. Хороший размет. Шорты держит, ну все правильно. Шорты держит, опусти, правильно, на. Плечом, плечом, плечом. Хорошо, прекрасная работа. Плечом немножко повыше подбей. Он тебе по рукам бьет, а ты бей по печени. Отличный вариант. Прекрасно решил. Здорово, просто здорово. Прекрасно решил эпизод на выходе. Правый боковой смазался куда-то. Ну и снова возвращаемся к стойке. Здесь уже Адлан должен подлавливать соперника, потому что та игра действует, давайте будем честными, довольно однообразно и примитивно. Ну, единственная попытка влезть в партию. Вот, вот, вот она заканчивается. Он за, да, он за, вот вторая попытка, то есть какой-то комбинаторик сейчас, извиняюсь, Роман. Первый раз у него что было? Он сумбурно побежал вперед, попытался схватить, но схватил. Ну, стукнул по ноге, причем, да, что интересно, он бьет по ноге, сам падает. То есть равновесие не держит, валится корпусом вперед, раунд закончен. Время. Плюс все-таки он очень сильно попадает именно по голени. Я не знаю, или он настолько уверен в своей технике ударов ногами, хотя... Ну, пока что до техники ударов не увидели мы. Или это все по попытке заставить опустить человека руки вниз, с тем, что дальше сработает что-то одиночное. Не знаю. Пока, в общем, не видно, за счет чего будет побеждать. Адлан никуда не торопится. Раунд, в принципе, ровный. В комбинаторике был больше интерес. Ну, было больше интереса в его исполнении. Ну, Адлан вообще как-то так спокойно, ну, да, и размеренно очень смотрится, да. Не суетится. Вот золотое правило. Ты начал бить комбинацию, по тебе что-то ударили навстречу. Если ты можешь на это не обращать внимания, продолжи серию. Он 4 удара продолжил, и, в принципе, что-то зашло. Раунд 2, поехали. Джеб. Но джеб не достает. И вот еще больше задергался. Вот эту энергию бы в мирных целях. Вот. Куда ж ты так резервы, ты жжешь. И что интересно, вот иногда встречаются такие бойцы, они думают, что они представляют неудобную мишень, что они постоянно где-то соперника сбивают с атаки, постоянно его раздергивают. Но в самом деле, вот если так посмотреть повнимательнее, голова бразильца, она примерно по одной и той же амплитуде движется, ее можно просто опережать ударом. Выбрасываешь удар, она сама придет. Да, все так. То есть у него много дерготни, мелкие, вот мелкие движения на ногах, они неприятны, но не смертельны. Но это не та работа на ногах, которая должна быть, когда ты пластичен, мягок и как раз... Вот как раз, да, он выцелил, где голова стоит примерно, несмотря на всю эту дерготню, и попал. Хорошо, что самортизировал. И апперкот близенько. По корпусу. Ну и правым сбоку цепляет, я хочу сказать. Забил Батаев. Причем интересно, да, у него вот очень короткие перерывы между ударами у Адлана. Несмотря на длину руки. Руки очень длинные. Практически нет паузы. У него бах-бах, тут же вот они улетают. Ну, это скорее такой, знаете, почтальона запускает сдвоенный левой прямой. Ну, вот подхват под одну. Здорово. Хорошо выкрутился. А вот здесь застоялся, да, очень долго. Так поверил в свою удачу. Плечо подставляет. И левый сбоку такой же жесткий, неприятный, встает в левшу, обратно поменяли стоечку. Фронтально много находится. Очень много постановки именно фронтально. Я думаю, что я сейчас... Ну вот как раз и попал. Просто джебом хватает. Очень четко остановил. Там ноги даже дернулись немножко вперед у Кошта. Ага, там. Попал, но там, дальше там. Не стал развивать. А куда спешить? Еще 2.50, времени много. Ну,
дерни и ударь. Кстати, да, вот что будет, если Атлант сам дернет соперника, потому что тот уже приучен к атакам. Вот, да, вот в такой момент. Вот он корпус скручивает вперед, опуская левое плечо, подставляя голову. Ну вот еще раз дерни, ударь справа. О, внимательней. Эти прямолинейные атаки, они этим и страшны. Ты когда идешь вперед без смещения вправо или влево, ты на прямой удар нарываешься практически. Сейчас это там хватает. Особо, да, ничего там делать. Думать, там просто руку поставил, все, да, и сам налетит. И ногами совсем не работает. Очень плохо. Альберту, конечно, хоть что-то надо ногами. Что он его обстукивает, коленка уже красная. Неважно, прямо или не прямо, он видит, что попал апперкот. Попал левый апперкот. Спокойно, есть твоя комбинация. Можно дальше пытаться с ним работать. Вот ногу не стоит все-таки отдавать. Конечно, опирается. Я говорю. Ну, сушит переднюю ногу, и оно рано или поздно ведь накопится. Ну, учитывая, да, что бразилец не так часто бьет лоу-кики вообще, а так, если бы ему в углу подсказали, работал бы в передней ноге, думаю, вот это вот дерготни бы прекратилось. Вот хорошо. Это неприятно. Ну вот, стоило пропускать по ногам, можно оказалось спокойно исполнение Альберту, видите, работу ногами, то есть уходить от этих ударов. Они не очень быстрые, на апперкоте неплохо стал обшагивать, обкручиваться, но среагировал, успел. Пробился немножко нога уже. Меняет стойки бразилец. Ну, очень уж длинные паузы. Ну вот, хорошо, вот хорошая мысль. Посмотри, куда он голову убирает, ты же все видишь прекрасно. Ну, как раз задача, да, чисто в боксерском стиле джебом выставить соперника туда, куда тебе удобно, и правым принести ему удар так, чтобы ему не понравилось. Попал, мазанный, но там. Очень быстро, конечно, но очень быстро, очень шустро в ногах. Прыгаем, 30 секунд. Ой, наткнулся, на. Очень здорово. Ну, прыгай, да. Короткий такой. Причем сейчас, да, опускает намеренно Атлан переднюю руку, и потому что не видит ее за собственными движениями Тайгера Кош. Ну, не довольно бестолковая работа ему ногами. Ну, просто прыгает, и все. Прыгает. Инсайд сдвоенный прямой. Инсайд попытка подхвата. Опять попытка подхвата, бедро он в обратную сторону, если. И хорошо выходил суперкотом, дурак. Батай, прошу прощения. Ну, неплохо. Мне кажется, уже где-то подбирается все-таки Атлан. Ну, есть понимание. Мне кажется, все-таки Атлан Батай прочитал его уже. Прочитал, и сейчас в третьем раунде. В принципе, по попаданиям он попал больше. Потому что у того вот эти прыжки, они, конечно, подавливают на суде. То есть вроде как он двигается, вроде как он первым номером работает. Но по факту там, кроме... Но там полезной работы очень мало. Да, там КПД, вот, есть, КПД, вот, КПД, вот это вот действие, КПД стремится, да, к нулю. То есть действий много, а толку от них практически нет. Вот посмотрим еще раз. И очень хорошо уходил от вот этих вот прихватов, потому что даже не успевал закрепиться та игра. Ну да, он хватал за ногу. И раз хватал коленку вниз, классически, да, и ты вытягиваешь пятку спокойно. А вот комбинация дошла. И здесь немножечко здесь, попал. Кстати, очень хорошо локтем так подставил наверх. Батай. Поехали. Заключительный раунд. ACB 89, Краснодар. Тайгер Коста и Атлан Батаев. Конечно, раз за разом он туда набрасывает. Вот что мешает Косте докинуть за инсайдом что-нибудь еще руками? Ты ж попал. Обученность, мне кажется. Он просто вот ориентируется, да, один удар и дальше куда-нибудь пойти поближе, там, прихватиться. А у него не получается закрепиться с этим одним ударом. То есть, да, лоу-кик есть хороший. Но вот этим очень часто многие бойцы грешат, когда у них нет возможности или нет умения, или навыка такого, да, для того, чтобы сдваивать, встраивать атаки. То есть попал, тут же вышел и вернулся мгновенно в нее. И третий раз так. Сейчас, смотрите, Батаев принимает вот эту манеру игровика. И, кстати, две комбинации он уже Костя загнал туда.
Точнее, это руками по воде, да, раздергивай. Ну вот, показал, что ты будешь работать на корпус. Ну, атаку-то надо будет начать уже. Нос-то уже потек, кстати. Потек, он жестко очень попал. Еще раз хорошо. Боковой хорошо. По скуле зашел. И еще один. И не отпускай его теперь спокойно. Спокойно, на вот чуть-чуть вперед. Ему уже неудобно работать. Нос он его разбил. Здесь, правда, единственное, Адлан, он, конечно, не запер соперника у сетки. Коленом неплохо агрессивно отвечает. Коленом по печени. На входе, на выходе апперкот с правой руки в исполнении российского бойца Адлана Батаева. Эпизод целиком за ним. Опять вот развитие. То, что мне кажется... Тайгер ничего не делает, кроме одиночных ударов и попыток проходов. Ну, хоть что-то не любит он, когда на него давят. Вот он здесь сам пытается вот так вот вокруг скакать, вокруг да около. Скакать он, у него получается. Скакать получается вообще молодец. Классно. Вот, есть, отлично. Поплыл, родной. Левая рука опустилась. И можно закрывать, поддавить еще. Сейчас можно выцелить уже, я думаю, выцеливает. Двоечка зашла. Попал. Но и открытой ладонью, глаз там попал, пальцами, да. Внимательнее. Ну, сейчас понимаешь, что выпускать его нельзя, чтобы не дать ему восстановиться. Потому что Тайгер по-прежнему фестивалит, несмотря на пропущенный очень тяжелый удар. Там нокдаун, не нокдаун, но близко. Двоечка зашла, да, и одиночный. Справа хорошо попадал Адлан. Ну что, теперь? Адлан вот этот эпизод третьей минуты, целиком его пользую. Еще раз цепляет. Блядь, там накопились удары, и наконец-то, слава богу, Батаев почувствовал дистанцию, с которой ему надо попадать. Раз, два, под шаг вправо, и вся атака провалилась обратно. Молодец, умница. Вот от правого, кстати, спасается сейчас та игра. Ну да, он срывает дистанцию, и здесь на выходе сейчас посмотрим. Есть. И сейчас на выходе локоть. Отлично. Еще прекрасный вариант. Вот первый раз он увел корм и ударил по корпусу. То есть это мы не растянуты, оказывается, до такой степени. Такой удар в район плеча практически бесполезный. У него вообще с ударами ногами, кроме лоу-киков, какие-то проблемы, мы уже видели. Ноги и набросов. Но, кстати, он отсадил колен нормально, хочу сказать. Гематома там есть, другое дело, что... Главное, что на движениях это не сказалось. Адлану, да, защищается Адлан отлично. Видно. Перевода в борьбу. Ой-ой-ой, ручки. Ну что, минута, если так дело пойдет, то... Ну еще вот парочка хороших попаданий, как была у Адлана Батаева. Еще нужна и... В общем, Тайгра, работа, думаю, сделана. Тайгра сейчас надо будет самому что-то исполнять, какие-то комбинации придумать, потому что если он продолжит так прыгать, он просто проиграет. Ну, вряд ли уже ему хватит времени на то, чтобы что-то придумать. То, что он попытался, дернулся, нарвался, и кроме вот этих вот проходов, вернее, даже попыток проходов, которые ни одна не увенчалась успехом, он ничего не изобрел. Ну, правый апперкот сейчас жалко не дошел. Ну и затолкать все-таки бразильца к сетке тоже не получилось. Вот в чем ему не откажешь, это в умении классно занимать центр клетки. И иметь пространство для передвижения за спиной. Вот он прекрасно все видит, он прекрасно контрит тейкдауны в том числе. Но кроме, ну, родной, тут твоей победы близко нету. Не за что тебе ее отдавать. Не знаю, в чем настолько хорошо уверен бразильский спортсмен, потому что... Хорошо прыгал. Ну, классно, молодец, хвалю. Но здесь прыгал, это там другие соревнования, они на легкой атлетике проводятся, там надо хорошо прыгать, вопросов нет. Хочешь одиночный, хочешь тройной, хочешь высоту, хочешь даже шестом. Поэтому... Можно даже прыгать высоту под музыку, есть у нас такие соревнования. Класс. Вот. А для того, чтобы выиграть поединок в формате смешанных единоборств против... Адлана Батаева прыжков не хватило. И Адлан молодец, он его выцелил. В третьем раунде начал вот здесь, да, наловил. Трамбовать он. Прям попадал хорошо, попадал, главное, много. Это самое главное.
Ну, заряжен, кстати, что интересно. Заряжен, до игры Кошта. Вопросов нет. Я не Шарли Эбдо и никогда им не буду. Прекрасная футболка. Подписываюсь под каждым словом. Как это, знаете, есть расхожее мнение, свобода слова — это не свобода говорить все то, что вы думаете. Между свободой и вседозволенностью есть огромная-огромная разница. Подошел сейчас Тайгра Кошта к нашим английским коллегам, к Фрэнку Миру, так показал вроде как на себя, говорит, я выиграл. Конечно, но ему вежливо покивали, он тут приободрился, заулыбался. Насчет выиграл, здесь очень много вопросов. Сейчас обменялись с Атланом Батаевым мнениями по ходу, кто здесь выиграл. Не, он молодец, здесь бразильцы ведут себя абсолютно правильно, потому что пока собирают записки, потому что у него сейчас другого варианта нет. Да, он не пропустил, ничего себе, да, он ни разу не упал. Но он не сделал ни одного тейкдауна, не попал ни одного. Ничего сам, да, в свою очередь не сделал. Одиночные лоу-кики мало кому интересны. Разделкой. Разводит руками это Тайгра Кошта, довольно недоволен, расстроен, но в любом случае победа сегодня уходит не ему.